Не надо мне голос повышать, уважаемая. Леонид Михайлович, вы здесь с самого утра. Как происходит событие? Что вообще говорят? Почему все вот в таком режиме чрезвычайной ситуации? Ну, вы сами видите, что власть делала ставку на силовую составляющую. Вот этот забор позора, все его калитки закрыты. Народ, который вчера обратился депутатам парламента с просьбой пустить своих представителей для того, чтобы изложить альтернативную точку зрения, не был допущен. Более того, было несколько раз спровоцировано, на мой взгляд, локально 3-4 драки. На самом деле люди серьезно вцепились друг к другу, подняли друг на друга руки. Я старался, как человек взрослый, встать между людьми, призвать там, но я видел несколько сотрудников. Вот перед Богом говорю, если вру, глаза которых говорили о том, что они не видят, не соображают, такое впечатление, что кто-то был, я не могу сказать, это люди были в гражданке, они к таким службам относятся, но в состоянии наркотического опьянения, то есть человек не отдавал себе отчет, он попытался на меня кинуться, непонятно по какой причине, но не хватило сил его остановить, дело не в этом, да, но... Само отношение к народу, вот собралось порядка 200, здесь уже побольше, 200-250 человек. Кто-то выше стоит, кто-то ниже. Снимите этот ракурс тоже. Тут у нас выше тоже столько стоят, вы видите, там наверху. То есть такое неуважительное отношение власти к народу, нежелание впустить представителей, да, общества, которые представляют общественно-политические партии, движения, представляют независимое экспертное сообщество, то есть в закрытом режиме провести комитет, принять решение, потом и сессия будет в закрытом режиме, понятно, то есть в отрыве от народа Абхазии сегодня пытаются принимать законы, которые нацелены на разрушение абхазского государства. Мы вот здесь разговариваем, у нас есть свой комитет, мы приходим к выводу, что нам не оставляют выхода. Будут объявлены акции гражданского неповиновения. Конституция нам позволяет защищать конституционный строй. Мы сделаем все, что в силах. Мы не позволим разрушить абхазскую государственность. Аслан Георгиевич Бжания, тебе никто не позволит продать республику Абхазия, зарабатывать на этом деньги. Я посмотрю, как ты с этим будешь жить.